Всем привет, ребята! Сегодня я хочу нашинковать и замариновать капусту. Зимние запасы уже закончились, а капуста нужна и для пирожков, и штрудли делать, и борщик с квашеной капустой очень вкусный. И еще я купила одну такую приспособление такое для того, чтобы шинковать капусту. Покажу вам и испробую сама его первый раз. Вот такие запасы еще с зимы у нас остались. Это вишневый компот, яблочный, огурчики, помидорки, варенье, малина, грушевая. Этого я по баночке поставила, чтобы показать вам. Но у нас таких баночек еще много. И капустка. Сейчас буду я ее мариновать. Верхние листики я с капусты очищу и начну ее шинковать. Наполовинку разрежу. И посмотрите, друзья, вот такая шинковка ретро. У нее очень острые ножи, надежное крепление. Прочная, удобная ручка. И стоит она недорого, 650 тенге. Вот такая шинковка. Рецепт маринованной капусты в следующем моем видео. Всем всего доброго. Пока-пока.